Перечисление. Плохие примеры кода и как их исправлять, а как не допускать этих ошибок. Ну вот, все эти ошибки были любезно предоставлены мне авторами, и эти авторы пожелали остаться инкогнито. Поэтому показывать придется, отдуваться за все мне. Перечисление. Вот в таком виде было представлено. И здесь сразу две серьезные ошибки можно видеть. Во-первых, точнее, сначала маленькая самая, вот точка с запятой здесь не обязательно. А второе, написано, нарушен код convention по написанию имен перечислений. Во-первых, сами имена алмаз, столица, ну алмаз правильно, столица, все должно быть в верхнем регистре, такси карго. Из двух слов, если состоит, сейчас мы добавим, видите, вот подчеркивание. А далее стоят телефонные номера. Они включены прямо в элемент перечисления. В имя его. И это, в общем-то, уже фактически вторая серьезная ошибка. Ну вот сейчас давайте попробуем это перепишем и сделаем так, как правильно. Значит, ну, во-первых, как мы уже делали раньше, объявим поле, которое будет хранить вот этот самый номер телефона. В данном случае объявляем его типа string. Пускай будет типа string. Назовем поле фона. Так, добавим конструктор. Не сюда начал добавлять. Извиняюсь. Добавим конструктор. Так. И, соответственно, все вот эти имена сейчас просто перепишем. Ну, вот таким вот образом. А вообще-то, знаете, для простоты, наверное, для моего удобства сделаю-ка я их интами. Мне меньше работы будет. Так, столица. Переписываем. Столица. Так, не так, не суть важно. 135. И в общем-то, как вы догадываетесь, дальше все аналогично. Ау. 178. И такси карго. Значит, обратите внимание, два слова. Ну, хотя, конечно, это название, но с точки зрения именования самого перечисления, два слова всегда следует разделять дефисом, и оба слова написаны в верхнем регистре. С номером обходимся точно так же. Вот теперь вот это перечисление приобретает уже логичный, разумный вид, готового к использованию перечисления. Телефонный номер хранится здесь. Опять же, можно добавить сеттеры-геттеры и прочие-прочие методы, которые нам удобны. Ну и вот в хорошем виде. Следующий пример плохого перечисления. Это, давайте вот так, назвал я wrong plain type. Значит, что здесь плохо? Значит, если в предыдущем случае у нас номер телефона, мы из него, в общем-то, сделали поле того же самого перечисления, то в данном случае у нас есть кандидат для перечисления сам Airbus, Airbus, производитель, так, а сами элементы перечисления сделаны как, то есть типы, то есть марки, модели самолетов сделаны как вот здесь продолжение. И переделать это, ну, то же самое касается Боинга. И переделать это в другое перечисление в чистом виде уже, наверное, не получится. В этом случае следует сделать следующее.
Значит, просто создать, давайте создадим перечисление, которое будет содержать производителя самолета. Airbus и Boeing. Давайте по новой создадим его. New Java класс. Выбираем enum. Назовем его, не знаю, Plane Producer. Так. Ну или plane type тут не подойдет. Все-таки это производитель. И добавим сюда Plane Producer Airbus. И Boeing. Boeing. Так, этого достаточно. Теперь, чтобы создавать объекты, которые отвечают, или самолеты каких-то марок, а реально, в общем-то, самолетов там Airbus A320 летает несколько сотен, если не тысячи, так, они нам нужны, то надо фактически создать сам класс Plane. Давайте сейчас сделаем. Который в качестве поля будет содержать Plane Producer. Plane Producer. Так. И в качестве второго поля Private. Давайте string. Назовем модель самолета. Вот. И вот в данном случае мы из вот этого одного достаточно неправильного перечисления, точнее просто неправильного перечисления, созданного, спроектированного, мы создали перечисление, которое содержит производителей самолетов, и создали класс, который содержит, которому можно передать, указать продюсера, и модель самолета. Вот здесь мы будем размещать, соответственно, вот эти значения А320, А330 и прочее. Так, еще один пример нехорошего перечисления, точнее, неправильного использования перечисления. Вот здесь три класса есть. Voucher, Voucher Creator и перечисление Voucher Type. Само перечисление Voucher Type, оно корректное. Типы ваучеров туристических. Кемпинг, C-Tour, Shopping. Так. Также класс ваучер, но он условно нам нужен будет для этого тоже. ID ваучера и ваучер тайп. Нам больше полей не нужно, в принципе даже ID не нужен, ну так. А вот теперь написан вот в таком вот виде ваучер креатор. И здесь следует сразу, в общем-то, ну, человек пошел по такому пути. Значит, ну, представьте, вот это он считывал типы данных ваучеров. Они находятся в строке. То есть какая была исходная задача? В строке все они разделены двоеточием. Значит, с помощью метода split класса string он разделил их на части и получил набор вот этих самых параметров, которые каждый из которых является типом ваучера в виде строки. Дальше. Чтобы определить тип ваучера, вот задать вот этот тип ваучера для того, чтобы создать потом объект и передать туда тип ваучера. Что было сделано? Переведен верхний регистр. Ну, абсолютно верно. Значение. Trim. Ну, вдруг там оказались пробелы. Убрали пробелы. Replace. В ваучер тайпе может оказаться вместо пробела подчеркивание, чтобы в частности, например, попасть в тип C-Tour. Там могло оказаться без пробела. Ну, по правилам, например, так. Далее полученную строку в кейс передается. И если совпадает оно, если этот тип совпадает с типом ваучера, так, ваучер type camping, ваучер type этот, то, соответственно, ну, присваивает, тип получает такое значение. Если это кемпинг, то тип получает значение ваучер кемпинг. Если это то C-Tour шоппинг соответствующий. Если нет, то illegal argument exception. То есть, ну, здесь, кстати, вот эта часть, наверное, единственная грамотная. На самом деле, все ведь значительно проще.
Voucher type можно было, в общем-то, определить. Ну, в одной строке, ну, наверное, сделаем все-таки в двух. Значит, значение type voucher в виде строки. Ну, чтобы не перегружать много. String type назовем переменную. Ну, или data string, data type. Data type пусть будет. И вот это вот значение все, которое здесь есть. Так. Мы просто перенесем сюда. То есть мы получили фактически в верхнем регистре уже наше значение. Так. В виде строки. Далее нам достаточно теперь, если вернуться к самому началу, когда создавался самый первый элемент перечисления, использовался метод valueOp. И мы сюда просто передадим datatype. И все вот это не нужно вообще. Вот так бывает. То есть, вот как можно написать, например, некорректный код. Быстро и непринужденно. Поэтому после того, как вы напишете что-либо, какой-то код вообще, взгляните на него как-нибудь со стороны, и, возможно, там даже через некоторое время, и, возможно, вы поймете, что вы ошиблись. То есть предыдущий код достаточно большой, а этот абсолютно идентичный. Так, ну, наверное, в данной ситуации с такими... В данном случае был сделан набор наиболее типичных ошибок возможных. Так что старайтесь, в общем-то, при программировании их не повторять.